перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сегодня, короче, новый сингл. И запустили сайт 812. Вот. Собственно, такие новости. Скорее, привет, нифига себе. Нормально. В Корее смотрят. Нас в Корее смотрят. Так, блядь. Ну. Телефон что-то не поставить никак. Так, что пишете? Человек спрашивает, Смоки, как стать настоящим мужчиной? Ну, я думаю, что ты можешь начать с, например, перестать врать себе, быть собой честным. Вот так вот дальше там понесется все к твоей мечте. Будет фит Сокси. А разве должен быть или нужен вообще? Не, ребят, ну как мы можем с ним делать фит, если у нас противостояние в рамках Fresh Blood и так далее. Что у вас какие-то, мне кажется, уже не очень актуальные вопросы. Ну, новый рэп с нами. Мункэт с нами. Как твои дела? Я нормально. Спасибо. Так, ну чё, кто уже слышал сингл новый? Делитесь впечатлениями, кто был уже на нашем новом сайте 812. Код 812. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, The Real Lee. Чувак, у тебя очень сложное имя, я не могу даже тебя поздравить с днем рождения. Не могу выговорить твое имя. Так, сингл вышка, никотин пушка. Альбом зимой, я же говорил. Кстати, пишут, что альбом в... что альбом в декабре, но я не говорил, что он в декабре, я говорил зимой. То есть зима — это не только декабрь, это еще и другие месяцы. Доставка в Украину есть. Я думаю, что там доставка по всему миру. Точно не могу сказать, но скорее всего по всему миру доставка. Так. Анана ТВ приостановили, но, типа, я думаю, что в скором времени мы опять будем дропать выпуски свежие, какие-то фишки. Мы его не закрыли. Нижнекамску просят привет передать. Передаю привет Нижнекамску. Где купить кофту?
Так, ну, сейчас я напишу вам в чате сайт. Сейчас. Вот, написал, короче, сайт. Заходите, смотрите. В чатике есть. Заходите, смотрите. Так. Так, так, так. На выходных уезжаю. Есть у меня дела, надо соскочить. Угу. 812 – это аббревиатура, код, короче, телефонный код Питера. Часто спрашивают, что такое 812, типа… Я постоянно отвечаю, все равно спрашивают, что такое 812. 812 – это код телефона Питера, еще раз говорю. Так, Новосиб с нами здесь. Верните Def Joint, кто-то пишет. Альбом зимой. Что же вы одни и те же вопросы? Подскажи, с чего начать развитие? Я не знаю, ты считаешь, что это настолько развитый чел, что я могу советовать, с чего начать развитие? Я не знаю, там, книги читать, там, или что-то в этом роде. С Казахстана привет. Респектуют за трек «Фиеста». Спасибо. Что с Версусом? Версус, скоро будут выходить новые выпуски. Мы уже близимся к финалу, к самому, так скажем, к самому десерту. Так, что? Я все думал, что ты несешь? Я из 812. Понятно. Ты помнишь свои прошлые жизни? Нет. Вот у меня, я понимаю, захожу в эфир, и люди сразу сходу: ты помнишь свои прошлые жизни? С чего начать развитие? Дудь, нет, не приглашает. Дудь. У меня есть что сказать Юрцу. У меня есть что ему сказать. Поверьте. Как-нибудь эту историю услышат все. Верните нормальный рэп. Нормальный рэп, что в твоем понимании? Напиши, пожалуйста, список. Какую книгу советуешь почитать? Почитайте, не знаю, Пушкина. Там, Чехова, я не знаю, что там, русскую классику почитайте. Где ты отсматриваешь новых игроков? Я не отсматриваю никаких новых игроков, на самом деле. Но вот из последнего, что мне понравилось, масло черного тмина из Казахстана, чувак. Прикольно делает. Да, вот. Макиавелли советуют в чате почитать.
будешь ли организовывать свой лейбл? Он уже есть, вот, пожалуйста, 812. Юлец, привет, вижу тебя. На альбоме совместных треков не будет, скорее всего, ни одного. Ну, про лейбл я только что сказал. Лейбл есть, присылайте свои демки, свои песни, например, на почту smokymo@yandex.ru. На эту можете присылать почту. Хотя у меня есть почта в этом, в Инстаграме написана моя почта. Присылайте свои клипы. Это не мерч. Я не называю это мерчем. Просто одежда 812. Это не мерч. Когда тебе будет 60, мне будет 40. Так, я буду слушать карате. Кто-то написал, заебись. Так, Стонер на связи. Может быть, я не увидел, наверное, в чате. Очень ждем Вида Локу. Вида Локу, да, скоро будет сингл Вида Лока. Насколько скоро, не знаю. Но надеюсь, что скоро. Ближе к первому снегу. Так, когда альбом дропнешь? Альбом дропну зимой. Я его еще не дописал. Там пару куплетов надо. Поменьше попсы, друже, новое заходит. Ребят, ну я люблю попсу, я ничего с собой сделать не могу. Попса это мое, из рэпа я ушел. Поэтому у меня теперь все просто, блядь, двери открыты для попсы. Я буду петь попсовое дерьмо. Мне в кайф, если вам не в кайф, то это ваши проблемы. Буду читать, буду петь, буду, ну, что в голову придет, то и буду делать. Все, что в кайф. Ну, я к поп-музыке нормально отношусь, к поп-рэпу тоже нормально отношусь. Ко всему нормально. Как ты относишься к Славе КПСС? Нормально отношусь. В принципе, ну, трек, с треками я с его не особо знаком. Ну, вот, типа, там, батлы видел. Вообще, как бы, норм. Так. Когда новый альбом? Давайте еще раз, ладно, скажу. Там, типа, зимой. Как тебе Juice WRLD? Мне не заходит этот персонаж. Я не знаю, может, я херово расслышал, но мне не заходит. Как тебе альбом Face? Честно, я его не слушал, поэтому ничего сказать и не могу. Так, никотин зашел, слушаем на повторе. Слава богу. Это хорошо. Хорошая песня. Никотин мы сделали случайно трек, честно вам скажу. Никотин сделали случайно, как бы, значит, Катя написала припев, был музон, то есть, я говорю, есть что там свеженькое, вот показали они мне, я говорю, я запрыгну на этот трек вообще без Б, ну, там сразу пошел в будку, записал свой припев, там переделал его, там пару строк, сразу там написал куплет, быстро так минут за 20-30 написал, короче, куплет, пошел, записал в будку, мы сели, потом свели. А, битос еще накинули, я там барабанную партию сделал, там Игорян пиано там наиграл. Ну, записали, короче, трек, я говорю, надо сингл выпускать, нормальный трек получился. Вот так вот, короче, быстро все сделали. Люблю спонтанные быстрые треки, клево. Было бы время побольше, могли бы больше таких треков делать. Ну, что там, за сутки можно трек делать такой. Что там, 15 минут, 20 на текст. Главное, чтобы перло. Ну, и типа...
мелодия, чтобы была, чтобы музыкально было. Вот кайф. А можно попасть на лейбл как битмейкер? На какой лейбл? Уточняйте. Я же не знаю, какой лейбл вы имеете в виду. Там лейблов-то много. Там Def Jam, что там? Этот G-Unit, не знаю. Где Кевин? Кевин в Москве. Кевин в Москве, пишите ему в директ. В течение 5 дней доставка жду. Вот кто-то написал, что в течение 5 дней доставка. Классно. Смоки, когда завяжешь? Завяжешь с чем? Если с рэпом, то я с ним уже завязал. Год назад еще. Так, Пучков 47. И ты задаешь вопрос, на который у меня нет ответа. Я хуй знает. Не интересовался. Так. Так. Что с концертным туром? Ну, пока я не планирую давать концертов. У меня бывают какие-то выступления в закрытые где-то что-то. Но если что, я вам сообщу обязательно. Сейчас пока есть дети, меня спрашивают. Да, у меня очень много детей. Очень много детей. Очень много детей у меня. Прям тысячи, сотни тысяч у меня детей моих. Я их всех люблю очень сильно. Что значит 8-1-2? Это секрет. Это секрет. Это секретный код. Тот, кто носит 8-1-2, сразу у него плюсы в карме. Если на себе нарисовать или одеть одежду 8-1-2, это как это, сразу притягиваешь к себе удачу. Вот, видишь, уже мои дети в комментах проявляются. И говорит, я его ребенок. Так, последнее время новые исполнители стали слишком часто ставить себя выше старых исполнителей. Какое имеешь отношение к новым типам, которые действительно опережают ветеранов? Я себя ветераном не считаю, тут старый Смоки, это старый Смоки, я типа новый исполнитель. Можете меня считать новым исполнителем. Вот считайте, 2 года назад я появился и поднимаюсь. Вот. Старыми заслугами не живу, для меня это типа, ну, это было и было, как говорится. Блядь. Расскажи о своих страхах. Ну, я не очень люблю к стоматологу ходить. Что-то меня вот стоматологи меня пугают. Что такое 812? 812 это код. Это код по притяжению удачи. Если одеваете на себя... Главное, еще глаз должен быть. Хотя это не глаз, на самом деле. Это хачапури по-аджарски, видите? Вот. И здесь яичко, желточек. Вот. Если одеваете вот так, вот, значит, притягиваете к себе удачу. Как относишься к молодым ребятам, которые хотят с тобой записаться? Я не пишу фиты. Я за год записал 2 фита. И... Что-то фиты как-то так. Не особо меня. Как попасть на 812? Пишу лирику. Все, присылайте мне присылайте мне на почту. Будем слушать. Уходил когда-нибудь в астрал? Да. Где взять твой бит? Не знаю. Оксимирон красавчик. Наверное.
Где купить мерч? Я в чате писал сайт. Давайте еще раз напишу. Короче, пишу вот в чат сайт. Кому интересно по поводу одежды, заходите. Вот, в чат кинул сайт. Код 812.com. Для тех, кто спрашивает. Чаек любишь? Да, чай вообще обожаю. Обожаю чай. Закрепи сайт. Я не знаю, как тут закреплять. Объясните мне. А, ну я понял, сейчас закреплю. Вот, закрепил я, короче, коммент с сайтом для всех, кому интересно. Мясо ем, да. Для тех, кому интересно по поводу 812, в закрепе висит. Так. Как найти себя в этом пиздеце? Очень странный вопрос. Как найти себя? Понять, наверное, что ты тоже часть этого пиздеца, что ты такой же пиздец, как и этот весь пиздец. Наверное, надо сперва в космос веруешь. Что? Как ответить тебе на этот вопрос? Иногда сомневаюсь. Я не бухаю, нет. Могу выпить, но, типа, у меня нет зависимости от алкашки. Книги давно не читал, надо что-то почитать. Наркотики не употребляю. Что прикрываешь правое ухо? Не прикрываю, все нормально, так просто это. Чтобы не дуло, не задувало. Зачем ты вышел в эфир? Я же скажу, у меня две новости. Сингл и 812. Код 812. Вот поэтому и вышел в эфир. Да и давно не был в эфире. Вот зашел вас понаблюдать. Завтра баскетбольные соревнования. Пожелаю удачи. Удачи тебе, удачи. Альбом зимой, ребят. Альбом зимой. Что-то ты грустный сегодня. Да я не выспался просто нормальный. Я люблю только один сорт чая, это шупуэр. Все. Так, любимые сигареты такого нет. Угу. Фит с Мироном. Все, ладно, я ушел, короче, был рад вас всех видеть. Всем салют, всем пока.